Эй, бармен, налей что есть. Да, и мне тоже. Воу, Морти, придержи коней, парень. В чем дело, Рик? Маловат еще будешь. То есть я постоянно шляюсь с тобой тут и там, рискую жизнью, нарушаю законы мультивселенной, а выпить мне нельзя. Ты хоть знаешь, сколько во мне стресса? Я тебя спрашиваю! Слушай, Морти, без обид, но два алкаша в семье это уже слишком. Их уже и так двое, ты и моя мать. А если еще и ты пить начнешь, то новых серий нам точно не видать. Мы же все... конкретно... мы... твою ж налево, что происходит? Так, что за хуйня ты мне что налил, пи***ц? А, ладно, и так понятно, что это была водка. Какого чёрта? Куда он девался? Даже не знаю, может, посрать пошел. Слушай, а всё-таки хорошо, что я не пью, не правда ли? В смысле, посмотри на меня, я в полном порядке. Ну, вообще, если бы ты дернул водяры, то на тебе бы это так не отразилось. Просто до нее я принимал кое-что другое, и в синтезе получилось то, что получилось. О, что же нам теперь делать? Выпью-ка я, пожалуй, чтобы лучше думалось. Нет, не смей! Ха, попробуй останови, козёл. Не-не-не, Морти, я серьезно, стой! Это не водка! Что? Как? Ты перепутал бутылки, идиот! О, господи, серьезно? Да кто вообще хранит яд в баре? А какой же ты дурак! Маленький, тупой, непослушный засранец! Что делать? Рик, что делать? Я умираю! Нам надо срочно в Россию, Морти! Я умираю, Рик! Так, только без паники, Морти, за нее яд действует быстрее! Рик, я умираю! Нет, не паникуй, Морти! Глупый пацан, не послушал деда! Теперь придется. Я жив! Отлично, я жив! Поздравляю! Рик, я видел смерть! Нам надо срочно в Россию, Морти! Я только что был на том свете, Рик! В России тебе тоже понравится! Ну как мы туда попадем? Черт, да, ты прав, это сложно, ведь мы... Мы обездвижены! Нет, я хотел сказать, что мы нарисованные персонажи, Морти! Мы не можем попасть в Россию, потому что мы в мультфильме, дурачок! Мы не настоящие! Да! Мы не настоящие! Главное, не думай об этом! Мы не настоящие! Надо, чтобы создатели сериала про нас отправились в Россию на большой фестиваль! На большой фестиваль, Морти! Джастин Ройланд, Дэн Харман, кто-нибудь! Отправляйтесь в Россию на большой фестиваль комиксов, косплея и веселья! Ваш приятель Алекс Хёрш уже бывал там в 2016-м! Теперь ваша очередь! Ступайте! Вы должны повидать наших российских фанатов, и тогда баланс восстановится! Напишите в личные сообщения в Твиттер Big Fest Russia для подробностей! Погоди, какого черта мы вообще говорим на русском? Заткнись, Морти, заткнись! Российские фанаты Рика и Морти и просто мои подписчики, обращаюсь к вам. Мы с организаторами Big Fest решили показать, как сильно в нашей стране любят этот мультсериал и привести его создателей в гости. В прошлый раз у нас уже получилось привести создателя Gravity Falls, и это было просто охренительно. Жуткое мясо! В этом году большой фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 июня, и я снова приму в нем непосредственное участие. Так что посетить его вы можете как минимум, чтобы пообщаться со мной. Ну или с Кевином Истманом, создателем черепашек Мать их Ниндзя, интересных гостей по поверьте мне, будет достаточно. Билеты по привлекательной цене уже в продаже. Следите за новостями в группе фестиваля ВКонтакте, ссылка в описании. Но самое главное, шлите это видеоприглашение в Твиттере Джастину Ройланду, создателю сериала и оригинальному голосу Рика и Морти в одном лице. Используйте хэштег Russia Loves Rick and Morty, рисуйте фанарты, всячески уговаривайте его посетить большой фестиваль. Все необходимые ссылки в описании. Ну же, давайте сделаем это!